Даже в такое нелегкое время волонтеры находят возможность не забывать о тех, кто прошел самые тяжелые годы нашей страны. Например, сегодня они занимались тем, что облагораживали палисаднику одного из ветеранов. Александре Михайловой вот-вот исполнится 98. За эти годы повидать довелось немало. Была в ее жизни и война. Я работала в штабе военных округов. Сначала в Орловском округе, пока немцы оккупировали Орловскую область. Орловский военный округ был расформирован. Я даже слов не нахожу, как сказать. И сформировали новый военный округ, Южноуральский. И вот я там проработала помощником начальника общей секретной части до 44-го года. Губернатор Андрей Клычков передал ветерану памятную медаль и небольшой подарок. Помогли ему в этом специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района. В этом году особая дата – 75 лет со Дня Победы. Специалисты нашего учреждения по поручению губернатора Орловской области Клычкова Андрея Евгеньевича объезжаем всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Еще один подарок для ветерана подготовили волонтеры, причем необычного формата. Мы пришли к Михайлову Александре Михайловне, чтобы благоустроить для нее палисадничек, посадить прекрасные цветочки петунии. Поскольку сложная эпидемиологическая ситуация, контакты и общение с нашими другими ветеранами минимизированы. Сегодня мы пришли выразить свое уважение, сказать, что мы о ней помним, что мы ей благодарны. У волонтеров еще несколько адресов впереди. Тех, кто ждет их, чтобы рассказать свою историю о войне. Анастасия Гришина, Екатерина Федина, телеканал «Первый областной».